Тихо, девочки. Так, всем тихо, да. Всем привет, меня зовут Евгений, и мы делаем жидкости для вейпа. Меня часто спрашивают, у вас дешевый продукт, а может ли он быть хорошим? Наши джусы просто охуенные. Хватит переплачивать за всякие сомнительные бренды. Мы так давно на рынке, а нашей табачной продукции знают вообще все. Как же нам удается делать наши жидкости такими сочными и желанными? Давайте посмотрим. В каждый флакон мы вкладываем немножко любви. Мы профессионалы своего дела. Не самая лучшая доставка. Тебе это получается лучше. Я крут в футболе. Да, футболист я так себе. Зато у нас уже целых 14 брендов. И самый сочный из них – Джуси. Доставка до любимых клиентов выглядит именно так. Да, я тоже балдею от этой доставки. Они уже выехали к вам. Перестаньте думать, где взять денег на еще один флакон жидкости. Думайте, как потратить сэкономленные деньги. Власть переплачивает за бренды сомнительного производства. Сюда, давай попробуем. Вот в это место. Боюсь. Сейчас сначала крупный палец, потом экшен будет чуть попозже. А здесь все попадает, да, все вот так, да, по посядке, да? А я красивый, девочки? Ой. Футболист я так себе, но зато у нас целых 14 брендов. И самый сочный для Джуси. Я что-то отвлекся. Давайте еще раз.